Дополнительные выплаты будут получать отдельные категории врачей в следующем году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь о суммах от 4 тысяч до 18,5 тысяч рублей в месяц. Нововведение касается в большей степени медиков центральных и районных больниц. Их врачи будут получать больше на 18,5 тысяч рублей. У врачей первичного звена надбавка к зарплате составит 14,5 тысяч рублей, а у специалистов скорой помощи 11,5 тысяч. Получать деньги медики начнут уже с января следующего года, обещают в российском правительстве. На эти цели в федеральном бюджете заложено больше полутора сотен миллиардов. Порадуемся за медиков.